Приветствую вас на своем канале в новом видео про дороги, российские дороги и не только. Мы на авто едем Рязань-Москва в дождь туда и обратно в более-менее нормальную погоду. И я очень люблю ездить на авто, и когда я не за рулем, я снимаю. Поэтому в этом видео я немножечко покажу вам дороги, трассы, какие у нас российские дороги. Ну и расскажу кратенько о нашем отпуске, о котором более подробно расскажу в следующем видео. Ну что, поехали. Там закончился Рязанский, а еще этот не начался. Но это какой сейчас раунд? Какая-то между ними московская. И главное, у них как область московская началась, сразу свет включили. А здесь много света. Ему. Оля, передаю тебе привет. Мы где-то в ваших местах. Мы сдали билеты на поезд и поехали на машине. Ну, потому что комфортнее нам. Кошмар, вот это цель. Едем, приближаемся к Новорязанке. Новорязанское шоссе. Если что, едем на Москву. А вот это не правый ряд? Сдали билеты. Ну, он пошел на правый ряд, но еще рано, Сереж. Точно? Угу. Там пока еще нет машин. Там почему-то стрелочка направо, как сужение. Сейчас мы посмотрим. И всю дорогу идет дождь. Идет. Сейчас я пересяду за руль. Давай пока потом пересядем. Давай, вот здесь хорошо, нет? Давай, Сережа, я тебе не подскажу. Смотри, какой дождь. Упасит прям. Вот если без дворника. Нету смотри, дождя, у меня все чистенько. Да. Абсолютно все чистенько. Конечно, никакого дождя посмотри, нет. После машин какой ужас. Никакого дождичка нету. Ага. Ты посмотри, что после машин. То есть дворники здесь вообще не перестают работать. Согласен. Крутят и крутят. Крутят и крутят. И скоро мы повернем вот туда, да? Скоро. Не, вот это, конечно, так, да, такой дождик есть. Аккуратно, машина здоровая. Вау, да, вау, вот говнюки, блин, эти, что фура, вот так вот делаю. Дождя практически нету. Да, конечно, нету, вот так вообще. Вот смотри, нету дождя, не высовывай, ты какая-то. Дождя. Серега, дождь есть, еще как есть. Камера не видит это. Камера думает, что дождя нету. Это сейчас машины распогодились, а сколько было машин? Да. И вот такая фигня. Она думает, что дождя нет. И вот это камера. Всю дорогу, все. Сегодня, кстати, мы 4 часа ехали с половиной. 4,5. Из Рязани в Москву. Обычно 3,20, 3,5. А 4,5, Серега, это очень много. Вообще-то у нас отпуск был достаточно длинный, 2,5 недели, но так как Сережа болел, то одно, то другое, и нам пришлось отложить отпуск, и в последние дни, когда стало ему немножечко лучше, мы решили махнуть в Москву. И эти 4 дня, оставшиеся от отпуска, пролетели настолько быстро и незаметно, вот знаете, как миг, как жизнь пролетает. Потому что когда хорошо, все хорошее проходит очень быстро. И мы хотели покататься на метро, что и случилось. Побывать в торговых комплексах, в которых давно не были или вообще не были. И поэтому мы заглянули в торговый комплекс Европейский, который находится возле Киевского вокзала. Я помню, когда его строили лет 17-18 назад, потом его сдали, он был таким крутым. А сейчас по Москве много красивых торговых комплексов, в которых хочется бывать, в которых классные бутики, распродажи, акции, чего нет в Магадане. В общем, мы любим здесь бывать, как видите, он такой красивый. Ну, в общем, и вокруг тоже сделали территорию за то время, пока мы не были в этом месте. Вокруг Киевского вокзала сделали асфальт, дорогу. И когда стоит
возле Европейского, вот так видны сити, дома сити, очень-очень красиво. Ну, конечно, были у нас еще прогулки по Москве, и обо всем этом я сделаю, постараюсь сделать быстренько следующее видео. Материала снимала, ну, не сильно много, но главное это все смонтировать, потому что жизнь продолжается, и в Рязани есть много чего интересного, и выставки, и прогулки, и поэтому надо все успевать делать, даже ночью, наверное, не спать и все монтировать. А вообще вот прогулка по Москве у нас получилась такая неожиданная. Мы устали ходить и решили прокатиться на самокатах. И когда ехали, встретили вот такую какашку на набережной Москвы. Ну и доехали до Красной площади, где уже мы гуляли пешком. Красная площадь, наверное, одна из красивейших площадей мира. И поэтому гулять там, особенно летом, это простое просто удовольствие. Во-первых, конечно, если было бы солнце, мы бы увидели гораздо больше, потому что в солнце вот купола играют, золотятся, и немножко другого цвета картинки. А так мы просто вот с этой девочкой Елизаветой, кстати, это куколка Руби Рец, которая с нами была, мы погуляли и по Красной площади, и по соседним площадям и улицам. Кстати, там проходил на Манежной площади гастрофестиваль, я тоже вкратце расскажу о нем в дальнейших видео. Гастрофестиваль «Вкусы России». Интересное мероприятие, там такие запахи стоят потрясающие. Ну, в общем, нагулялись мы за 4 дня и поехали домой. Дорога домой была немножко легче. Ехали, оно и было. Это по этой дороге стороны. Ехали, да? Конечно, по этой. Офигеть! Надо потом сделать фотографии. Шикарно! Такая цветовая гамма. Ну, прям вообще. Как ты говоришь, Windows, только желтый. Поворот. И уже напрямую 2 часа до Рязани Серега пересел. А я могу ехать и таращиться по сторонам. Кстати, такая пробка на повороте у Брониц налево в сторону Домодедово. Просто пипец. Наверное, не на 1 километр. Мы, когда ехали в Москву, мы в нее попали. И она до сих пор. Она как раз все эти дни. По-моему, она тут вечная. Так что едем дальше. В обратную сторону пробки нет. Она именно на Москву. Только для тебя. Только для тебя. И немножко красоты вокруг. Когда едем в Москву летом, мне очень нравится вот эта природа. Просто красота. Yeah.
быстро едет. 20 километров в час, да? Я из-за музыки не слышу. Оказывается, тут надо ехать медленно. Вот, блин, рискованные люди. Бобренёв монастырь. Вот, она ведет практически в центр. Да.